Авиасообщение Петрозаводск-Костомукша планирует возобновить в 2022 году после 10-летнего перерыва. Сейчас готовится посадочная площадка в городе Горняков. Правительство республики ведет переговоры с акционерным обществом «Второй Архангельский объединенный авиаотряд» и обратилось в Минтранс России для поддержки развития авиасообщения внутри региона. Напомним, что последний воздушный рейс между Петрозаводском и Костомукшей совершил вертолет Ми-8 в 2012 году.